Пятница вечер. В белгородском ФОКе традиционно многолюдно. Буквально несколько часов назад из Харькова вернулся тренер тяжелой атлетики Юрий Петрович Каленский и его ученик Владислав Овчаренко. Сбор спортсменов, небольшая информация перед началом тренировки. И приятное сообщение. Воспитанник Словутического КДУ США Владислав Овчаренко завоевал на чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет бронзовую медаль. Аплодисменты партнеров по тренировке, а более младший с гордостью уже носит его медаль. А Владислав практически сразу после аплодисментов пошел тренироваться. Нет, конечно, такое мы не могли допустить. И поговорили с ним и тренером. Объективно, конечно, я ждал, надеялся и знал расклад сил, который присутствует в этой возрастной группе, в этой весовой категории. И надежда была, то, что Влад будет призом. Но я ее не озвучивал заранее, потому что неблагодарное дело прогнозы, во-первых. Во-вторых, в этой весовой категории до 17 лет, это чемпионат до 17 лет, это самая сильная весовая категория, потому что она самая многочисленная, и уровень участников, он примерно одинаков, человек 10-12, они были равны по силам, и любой из них мог занять первое место. Там паренек занял, он с отрывом 2002 года людей. А все остальные были ровный состав, и любой из них мог занять второе, третье место. Выступало в весе у Влада 39 человек, три группы, спортсмены были разделены на три группы, три потока. Мы выступали в группе «Б», и после нас еще выступала сильнейшая группа. Группу «Б» мы выиграли и ждали итоги выступления группы «А». В итоге мы все-таки смогли удержаться на третьем месте, проиграв только ребятам, которые старше Влада на 2 года, 2002 года. Влад 2004 года. Задачу, которую мы ставили на эти соревнования, выиграть всех своих соперников основных, именно 15-летних, потому что в этом году основной старт у нас будет это осенью чемпионат Украины до 15 лет. Мы к нему готовимся. И наша задача вот обыгрывать всех своих сверстников для того, чтобы подходить к 15-летнему чемпионату Украины в оптимальной форме и ставить задачу выиграть. Сложно вообще было ждать, когда ты уже знал результаты и ты понимал, что от тебя уже ничего не зависит? Как сказать, сложно. Я не ожидал, что получу какое-то место, вообще не рассчитывал. Я просто, у нас была задача все наши подходы выработать. Но я выполнил, и оно получилось. Это тренер вам всем говорит, 6 да. подходов обязательно, да? То есть вы рассчитывали, что именно такой вес в сумме будет, я так понимаю? Так получилось. А не было какое-то вот желание там, взять чуть-чуть больше, на килограмм было больше? Было желание, но был лишний вес, и пришлось немного придержать вес, поэтому силы ушли. Желание победить есть? Желание победить есть к чему дальше стремиться. Поздравляем и Владислава, и его тренера Каленского и Зубца с почетным третьим местом на чемпионате Украины. А в ФОКе «Богатырь» уже на следующей неделе состоится открытый чемпионат города по классическому жиму лежа. Приглашаем. Время очень удобное. 18:00, 15 февраля. А на следующем чемпионате Украины, который пройдет в апреле, Каленский поставил перед ребятами еще более сложную задачу – завоевать уже несколько медалей. Есть у нас ребята, которые могут это сделать, и они стоят в строю и улыбаются. Но для того, чтобы сдать, нужно еще поработать эти очень серьезно.